будь то в электронном... Круглый стол информационной войны в социальных сетях, стратегии и мишени был проведен в КФУ по предложению ректора университета Ильшата Гафурова. Мишень в информационной войне – это прежде всего молодежь, а орудие – ложь и фальсификация с целью создания идеологического конфликта двух сторон, формирования наших и не наших. Всем нам знакомы понятия троллинг, флут, офф-топ. Так вот, все это – методы информационной войны, зачастую кем-то заказаны. Вести войну диванным воякам и сетевым лжеэкспертам помогают анонимность и стирание грани между реальной жизнью и виртуальной. Бороться с ними можно с помощью блокирования, игнора и создания специальных ресурсов. К таким можно отнести функционирующий в КФУ центр медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма.